И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Угабуга, Кирилл Геймер, Монсун, Колбаса, Кокомелион, Санек, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Ребята, сегодня будем убегать от Абунг в разноцветном большом лабиринте. Если спете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, включаем искусственный интеллект. Кто первый умрет, тот лох. Это ты будешь. Нет, здесь я не буду лох. Как обычно, первый умирает. Мне кажется, Гусенек умрет первый, смотрите. Да ну нет! Да ну нет, да что за бред? Да ё-моё, да Гусенек! Да ты виноват. Я не припрограммирую их, не надо. О, еще один умер, отлично. Но я хотя бы не первый, Димас. Ай. Ребята, будет очень сложно нам выживать, потому что я буду ставить сегодня очень много абунг. Но знаете, что будет легко сделать? Это поставить лайк и подписаться на канал. Это самое простое, что можно сделать, и поддержать нас хорошим комментарием. Убеги, Дим. Там никого нету. А вы где? А есть, он мимо пройдет, смотрите. Да ну ё-моё. Да что такое? Я мимо прошел. Это хорошо, пацаны, потому что я ставлю еще. Я успеваю. Нет, уже все, лох определился, это Санек. Не, кто, у кого больше смертей? А, ну да, давайте, в конце ролика будем смотреть, у кого больше смертей, тот и проигравший. Да ё-моё. Они очень плохо поворачивают на поворотах. Надо резко просто сворачивать в другую сторону и все. Во, хорошая тактика, просто постоянно быть в движении и бежать очень быстро, все. Ё-моё, нет, не, пацаны, забираю свои слова назад, это не работает. Абунга. Нет, нет, нет! Фух, вот это было очень близко. Почему они не убили? Они, кстати, бывают переключаться на другого игрока и при этом тебя не дамажат. Вот как раз таки на меня они и переключились. Ну все, я вижу. А нет, Угабуга умер. Ой. Ой, если я тут просто буду сидеть на картофанах, я смогу долго прожить или нет? Давайте засекаем время. Нет. Сколько я проживу так? Я прям к нему прибежал. Ну я знаю, вот. Эй, это моя тактика, колбаса. Нет. Хорошо, ну давайте все сидеть, и мы тогда все втроем сразу умрем. Будет хоть не так обидно. В честноте, да не в обиде. Гусанёчек, ну ты умираешь постоянно. Не я. О, еще один. Мне кажется, Максим в этой серии будет проигравшим. Не знаю почему, но мне так кажется. Эй, вы, как же страшно, когда они из-за угла прыгают. Ну да. Что вы тут сидите? Мы такие... О, привет, а что ты там... Ты не хочешь к нам слезть? Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы сейчас смотрите ролик и улыбаетесь, как гусенек с гусем на голове. Мне кажется, надо еще, да, ставить? Ставь давай, вот когда, когда мы сидим. Выжили, да? Это было жестко, сразу всех загасило. Так, надо опять искать такую тактику, где можно просто сидеть на картофанах и выживать долго. Я еще ставлю. Прямо сзади меня подставил. Я молодец, да? Он за мной бежит? Да. Да нету его. Не, не бежит. Он переключился на другого. Отпустите. Колбаса руинит. И умирает. Нет. А! Да ё-моё, встретились, блин. Бьём колбасу, короче. Так, все отлично, ребятушки. Я должен дольше всех продержаться. И так, сколько ты умер. Вот-вот, вот так будем стоять. И здесь я буду смотреть, сколько стороны не идут. И я реально успею убежать. Все, чекаем. Если он с двух сторон прыгнет. Придется умереть. Дима, ты на два фронта? Да, я смотрю и с той стороны, я успею убежать. Это сработает. Так вон Максим, надо сейчас Димаса найти. Почему никто не умирает? Абунги, вы чё позоритесь? Может быть, еще надо. Согласен. Ну, вот это золотые слова ты говоришь. Ну, видишь же, это опыт. Беги! А они могут где-то застревать или нет? Нет. А! Нет, тут... Ё-моё, я реально дернулся, у меня руки вспотели от испуга, я не ожидал. Самое вот это страшно, когда неожиданно убивают. Когда из-за угла вылезает резко. Вот, моя любимая точка на карте, где реально я могу долго выживать. Так, как Эмелон слился. Пацаны, вы знаете, вы можете втроем резко там умереть, кто сидит в углу? Вдвоем даже. Ну, да. Главное, чтобы не друг друга бегали. Да? Дима! Да я случайно поставил, я не знал, что он у вас появится там. Это что, я же на счет играю. Пацаны, прощайте! А нет, Гусенек умер. Нам с тобой повезло. Смотри, он мимо ходит, но к нам не подходит. Ребята, я уже поставил 9 абунг. Он добрый. Вы потому что на одном месте сидите. Ну это хорошо, потому что в этой серии главное не так, как мы играем, а главное результат. А как мы к нему придем, это уже наши проблемы. И плохой Дим. Ой-ой-ой, Максим. Ай-яй-яй, с головы на голову. Ёкала-менекала.
Вот, тоже хорошая тактика, вот здесь сидеть и смотреть, где они идут. Говори, где ты, я веду. Гусанёк, ну это моя точка. Нет. Он идет к нам сюда, ты готовишься, что убегать? Не, не идет. Смотри. А, не, да, не Привет. Идет. Гостей что, идет? Только вы же не блочите меня. Ого, уже все собрались тут, ребята. Так. Блочим Диму. Не, не надо, пожалуйста. Пожалуйста. А меня не убил. Реально меня не убил. Я обманул Дима, мы были как щит. Да, спасибо, пацаны, что вы пожертвовали собой заради меня. Привет, Димас. Спасибо. Ой, привет. Спасибо. Вам выдан чек в десятки тысяч долларов. Согласен, поддерживаю. Гусянь, что мне жопу свою тыкаешь? У тебя гусячая вонячая жопа. Гусь с ножом бегает. Ты меня будешь оскорблять? Гусанёк с ножом. Сейчас тебе придет Абунга и замочит. Слышишь, он идет с правой стороны. Я бегаю просто по карте. Кстати, вы хорошо живем, да, пацаны? Да. Это Абунги какие-то слабые сегодня. Беги. Я опять живой. Я живой. Да что такое? Вот это везде. Смотрите. Что? Как это работает? Потому что ты на одном месте стоишь. Дима. А, из-за того, что я не шевелюсь, они меня не трогают? Да. Ты же контракт подписал. Не, мне кажется, они все равно убивают, когда ты двигаешься. Ой, не двигаешься. Смотрите. Видишь? Убил. Я стал на месте, он меня убил. Он передумал. Ну и все, я на них злой. Эй, Гусанёк, не говори плохие слова. Не говорил, неправда. Не говори так. Осуждать. Не говори так. Хэштег Гусанёк, не обзывайся. Давайте, сколько посмотрим людям. Не нравится, как Гусанёк плохие слова говорит. Не говорил я ничего. Это противно. Да, а я специально возьму этот момент, еще раз вставлю в ролик. Ай-яй-яй. Так, все. Вот тут сиди, это гениальное место. Если пойдут, мы сразу вниз прыгаем. Это хорошая тактика, спасибо тебе, мы умрем. Эй. Да. О, я знаю, как их можно ставить, смотри. Ха. Хорошая тактика? Да-да-да. Пацаны, я там поставил пару десятков тысяч штук, ничего страшного? Да нет. Мне кажется, они в нашу сторону направляются. Все, пацаны, я поставил 25 штук. А не, наверное, 24, вот 25-й. Ух ты! Вот сейчас, ребята, будут очень эпические кадры, потому что каждые 4-5 секунд будут умирать люди. Смотрите, как это часто происходит. Все смотрим на правый верхний угол экрана. Что? Что? А, нет, все нормально. Мои слова. Нет, нет, нет. Он со мной. Ребята, я оторвусь, смотрите. Главное, что... Ух ты, блин, отдернулся. Хотел сказать, главное уклоняться. Главное умирать, я уже это понял. Так, ну я же не хочу проиграть в этой серии, вы понимаете? Я хочу сегодня выиграть хотя бы не последнее место. Мы тут закрылись с Да я один умираю, вы что, издеваетесь, что ли? Надо смотреть твои смерти. Да, ты должен умереть. Максим, ну что? У Максима 14. Кстати, не так уж и много у него. Смотрите, я выиграю. Они не идут ко мне. Нет, Абунга, пожалуйста, не иди. Не иди, не иди, не иди. Ё-моё. Вот это каждый 5 секунд умирает кто-то. Классно. Люблю веселиться. И когда все страдают. Ух ты. Я живой. Он не прыгнул мне на голову. Ой-ой-ой, Гусанёк, Максим. Ой, Кирилл. Это самая лучшая нычка. Оно спрыгивает и не успевает в это время меня убить. О, Максим, а что ты танцуешь классные танцы? Я отдыхаю. Давай, давай, наяривай. Не останавливайся. Ты сможешь. Саня, спасибо тебе огромное. Мы сейчас все умрем, понимаете? Нет. Я живой! Максим, мы живые! Да как мы это живые. Работает? У нас опять щиты подрубили. Смотри! Ай, классно! Вот это тактика, крыс. Ну, мне кажется, он сейчас может прийти и нас замочить, передумать. Знаешь, как все умирают вокруг? Нет! Нет! А я живой. Кто? Как это работает? Я здесь тоже с вами, пацаны. Прощайте, он сверху. Максим, а ты где хочу на твое место стать? Так. Он нас не трогает. Во, все, спасибо тебе, что ты меня... Саешки в них кидать. Гусанёк, ну жопа вонючая. Ну не надо, ну жоп. А че я выдвигаюсь с угла, ничего не понимаю? А, все нормально. Надо взять его и правда. Давай, давай, наяривай, Спидвард, мы в тебя верим, ты сможешь. А другие танцы знаешь какие-то? Ну, конечно. А вы в какой комнате? А мы не в комнате, вообще комнат нет. Ой. Да как они мимо проходят?
Ой. Так, сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Двое человек где-то бегают, они все гоняются за ними. Мне кажется, сейчас придет Абунга и всех умочит. Это будет прикол и цирк. А, видели, он выглянул он и ушел. Да. Эй, не жги! Ты не пройдешь. Эй, только нас не подожги! Я постараюсь. Если ты нас подожгешь, мы тебя застрелим. Нет! А! Я ж только сказал, что нас убьют всех! Это было эпично, кстати. Это было красиво. Гусями воняет. Нас из-за тебя. Гусями воняет. Это все был... О, я могу веселье, да. Хотите сделать? Давай. Нет. Дима, я вышел. Да я не хотел, пацаны, рука соскочила. Обстоятельства. Дима, ты что делаешь? Сага. Я хочу, чтобы у всех было очков тоже много по смертям. Саня. Я не хочу последнее место занимать. Саня, сейчас, Максим, ты умрешь. Иди, 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 иди. Бегу. Вот, вот мое место, любимое. Все, керимся. Сейчас найдем тебя. Какашка ты, Саня, понял? Так Абунг так много, почему они так мало убивают, я не понимаю. Да чё никто не умирает? Где Абунги? Может, они тусуются где-то? Я пойду их поищу, пацаны, я не боюсь. Да нет. Да их нету, ни одного Абунги. Ну, очисти карту и постави еще. А давайте я нажму Z и проверим, удаляются они или нет. Давай. Удалился, да, есть они. А, ну видишь, значит... Ребята, где Абунги? Димас, вы скиллит бай NPC. А, это Абунга убил. Я подумал, что ты убил Абунгу, Дим. Где Абунги? Абунги? Провалились под землю. Да, а что, может такое быть? Да нет, они не умеют проваливаться. Ну нет, они короче... Вот я их ужимаю, они удаляются. Ребята, это первый раз за все время, когда мы записываем, а Бунги просто взяли и выпилились с карты. Короче, они такие думают, да ну ваш ролик. Хорошо, давайте почитаем, кто сколько раз умер. Смотрим. Я умер всего-навсего 26 раз. Получается, у нас самое последнее место занимает Уга Буга. А первое место занимает Кирилл Геймер. Потому что он как-то там шкерился и вообще не... А что, нельзя? Да нельзя, что? Да все правильно. Нет, все правильно он сделал. Он просто за карту вылетел, пацаны, и все. Да. Я тоже так думал. Я бегал по карте. Я вас видел несколько тысяч раз. Ладно, ладно, все, ты молодец. Ты первое место занял, красавчик. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.